внимательно. Ваня атакует меня, я полшага назад. Использую это, плюс подкат вниз. Посмотрите, получается. Раз, смотрите, остановил. Дальше. Два, прошел сюда, смотрим дальше. Смотрите, Ваня ноги. Раз его, да? Вытягиваю, смотри, да? И рукой бью. То есть три действия одновременно выполняю с Ваней. Еще раз. Примерно это. Да, смотрите, даже без ноги, да? Да. Без ноги даже я делаю. То есть вот когда три действия выполняются одновременно, и правильно, да? Уйти практически невозможно. Два действия уже сложно, три уже все. Итак, ну вот, это как вариант, чтобы вы понимали, что такое есть. И потихонечку, когда у вас подобные ситуации возникают, вы помните, что вот постановка в три плоскости. Можно сделать так.